В составе проекта plov.pro. Дядя Вова, давай еще. Нравится. Понимаются. Обзоры в описании. Локации в каждом обзоре. 21. Дуньё на Текстильном. Сюда приходишь не только, чтобы просто поесть плов. Атмосфера на релаксе. В плове при его насыщенности много полутонов. Окружение располагает. Реально отдохнули. 22. Беш-казан на Телевышке. Раскрученное место как точка притяжения. Количество блогеров превышает допустимую концентрацию. Советуем начинать с кухни. Все на виду, натуралистично. Для знакомства с пловом в самый раз. 23. Муладус на обжорной улице рядом с Лилей и Жигули. У них все на заказ. Прекрасный и эксклюзивный плов с баранинкой на оливковом масле. Залетел на раз-два. Погружение в наше сообщество дополнило картину. 24. Зигир Ош Пайшанба на Текстильном. Родоначальник зигир плова в Ташкенте. Прекрасно сбалансирован, без зигирной напористости. Обогащая вкусовые рецепты, проскальзывает внутрь как родной. Вах! 25. Эко-кафе в районе Паркенского. Веганское кафе со множеством адаптированных блюд. Для тех, кто в теме, просто отдушина. Прекрасный выбор. Первое, второе и даже десерт. Плов интересный, вкусный и красивый. Мы старались. Если понравилось, поддержите лайком и с друзьями поделитесь. Обзоры в описании. Локации в каждом обзоре.